Добро пожаловать на йога-ретрит в Крыму. С вами Лина, я учитель йоги и медитации. Каждый наш день – это новое путешествие. Путешествие по нашему телу. И сегодня я приглашаю вас исследовать тему баланса. Баланса снаружи и внутри. Асана на баланс – это прежде всего практика слушания себя, своего тела, дыхания и умения расслабляться. Ощутите наслаждение в каждой из этих асан. Начнем с положения стоя. Ладони намасте перед грудью. Закройте глаза и прислушайтесь к вашему дыханию. Вдох и выдох через нос. И присядем. Правая нога сверху левой, поза орла. Перекрещиваем руки и соединяем ладони намасте. Старайтесь держать спину прямой. Глубокий вдох. И с выдохом уводим правую ногу назад, сохраняя баланс. Поза воина третья, Вирабхадрасана три. Опускаем левую руку вниз, правой рукой потянитесь вверх. Артха Чандрасана, поза полумесяца. Вдох. С выдохом возвращаемся в центр, намасте перед грудью, держим баланс на левой ноге, правую выводим вперед. И опускаем вниз, поменяем сторону. Присядем. Теперь левая нога на правом бедре, перекрещиваем руки, поза орла. И уводим левую ногу назад, баланс, Вирабхадрасана 3. Мягкая правая нога, слегка присогните ногу. Опускаем правую руку вниз, поза полумесяца. Левая рука вверх. И плавно возвращаемся через центр. Балансируем на правой ноге, левая вперед. Согнута в колени. И опускаем вниз. Замечательно. Отдохните немного. И перейдем в позу дерева. Баланс на правой ноге, левая согнута. Руки в стороны. Затем поднимаем над головой, складываем ладони намасте. Взгляд перед собой. Возвращаем руки в стороны. И с выдохом опускаем вниз. Поменяем сторону. Баланс на левой ноге, правую сгибаем. Руки через стороны вверх. Ладони намасте над головой. Возвращаем руки в стороны. Держим баланс. И опускаем вниз. Замечательно. Ставим ноги чуть шире плеч. Левая нога впереди. Разводим руки в стороны. Посмотрите вперед вдоль левой руки и присгибаем левую ногу. Поза мирного воина. Потянитесь за левой рукой назад, раскройте грудной отдел. Приятный вдох. Выдох. И со вдохом выталкиваем себя, выпрямляем левую ногу, продолжаем тянуться, растягиваем боковые мышцы. Еще вдох. И с выдохом переходим через центр в позу треугольника Триконасана. Опускаем левую руку вниз. Продолжайте тянуться за правой рукой вверх. Вдох. И с выдохом возвращаемся в центр, не меняя положение ног. Разворачиваемся к правой ноге. Изгибаем правую ногу, угол 90, поза мирного воина.
Тянемся за правой рукой назад, раскрываем грудной отдел. Приятный вдох, выдох. И выпрямляем правую ногу. Продолжайте тянуться вверх. Тело расслаблено, дыхание глубокое. И с выдохом возвращаемся в центр. Соединяем стопы вместе. Складываем ладони намасте перед грудью. И от всей души благодарим себя за сегодняшнюю практику. А я благодарю вас за проделанную работу. Поделитесь в комментариях своими ощущениями от практики. И до встречи на следующем занятии ретрита. С вами была Лина. Намасте.